Привет, ребята! Я автор канала Котинет. И перед тем, как мы посмотрим все игрушки учеников, я бы хотел сообщить вам важную новость. Дело в том, что во всех новостях пишут о том, что, возможно, YouTube будет заблокирован в России уже в ближайшую неделю. И хотя я, несмотря ни на что, все равно буду выкладывать сюда свои видео, пока будет такая возможность, я призываю вас обязательно подписаться на мой Telegram. Ссылка будет внизу под этим роликом. Так вы не потеряете меня. И там я буду точно так же выкладывать свои видео. Ну что ж, друзья, а теперь давайте перейдем к игрушкам. И первая из них — это ящерица Катулькина. Вот такая она забавная. Ну и следом за ней идет, конечно же, знаменитая лягушка Кусева. Она вот такая вот, мягкая и веселая, кстати. Не стоит забывать про рыбку ученика Рыбкина и мышку Тыгыдыкова. Хотя Тыгыдыков не часто берет ее в школу. Ну и, конечно же, паук. Сами знаете чей. Хорошо, что сейчас все эти игрушки не бегают и не летают, а то пришлось бы мне не очень хорошо. Ну и самые главные наши гости — это, конечно же, утки Лоткова. Есть вот такой вот набор из трех уточек, а еще вот такая, похожая на желе. Она, кстати, еще светится. Прикольно. А вот и самая главная уточка. Вы не представляете, сколько она успела повидать. Кстати, у нее вот здесь есть на макушке небольшая дырочка. Я думаю, вы сами догадались, зачем она здесь. Кто догадался, пишите в комментарии. Ну вот и все, вроде никого не забыл. Кстати, на следующей неделе у меня выйдет новый ролик на канале, который я обязательно продублирую в своем телеграм-канале. Так что, кто еще не подписался, обязательно сделайте это. Всем большое спасибо за просмотр, пишите комментарии, и обязательно увидимся в следующих новых видео. Всем пока-пока!